Всем привет! Сегодня 23 декабря 2018 года. Я стою напротив торгового центра Terra City. И с правой стороны проходит ярмарка. Сейчас мы посмотрим, что там. Сыры. Оливки. Мед. А здесь, где много народа, Гюнайдын. Спасибо. Да, çok güzel. Güzel mi? Afiyet olsun. Evet. Orada atabilirsiniz oraya. Evet, спасибо. А вот здесь пекмес из шелковицы, холодный, холодного способа приготовления. Очень вкусно, очень полезно. Рекомендую покупать. За такую бутылку просят 50 турецких лир. Но скидка возможна. Также пекмес из граната стоит. И вот эта вот смола из ели. Из хвойных деревьев делают смолу, мастику. Очень вкусная и полезная. Такая баночка стоит 10 турецких лир. Скидка также возможна. Сыры, выжимка из орехов, паста ореховая. Вам нравится здесь? Очень. Продукты. Мераба. Oğlum tutam geldi oğlum. Ay takum zult ne ya. Zult ne pasta ta. Bak baba. Вот различные опять же пасты кунжутные. Суджук местный. Местный суджук. Мясо, вяленое мясо. Делают нарезку. Мераба. Лапша, вермишель, пельмени, мед в сотах. Спасибо. Мед вкусный. Спасибо. Ташакюр радарим. Ну, слегка приторный. Не, не хочу. Сыры. А, вот такой хлеб не пробовали? Огромные булки. А вот выдержанные сыры, но они не столь выдержаны, как на той стороне. На той стороне будут более выдержаны. Да, не хочу. Сладости, волосы так называют. Мераба. Масло, орехи.